Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас следующая серия уже по восстановлению нашей машины. Когда ты миллионер и хочешь себе просто пушечку, конфеточку, сладенькую. Сегодня мы займемся с вами внешними всеми интерьерами. Надо поставить еще крышку. Займемся. Да, будет, конечно, скорее всего, не красный салон, но что поделать? Пойдемте закупаться. Забыл проводочку, давайте. Проводочку поставим, соберем все, что у нас валяется. Аккумулятор. Сюда берем ключ. Прикручиваем. Провод, клеммы. Также смотри внимательно. Есть масса на блоке. Есть плюсовой на стартере. Есть плюсовой на генераторе. Это очень все просто, очень все легко, все получилось, все, молодец. Капот не ставим, будем заливать жижи, будет все мешать. Хотя ладно, зато будет красиво. Его снять недолго, поставить тоже. Пушка-гонка, пушка-гонка. Крышка бака. Ни разу ее не снимал. На двух болтах. Под отвертку. Раз, два. Отлично, отлично. Остается внутренности стекла и оптика. Все, что мы сделаем сегодня, ребятки, мы уже близки к финалу. Конечно, показывать стоимость я ее пока что не буду, а как только мы начнем выезжать на ней, мы обязательно заценим, сколько она стоит. А вы можете узнать, сколько я потратил на этот день. Так, ну что, погнали. Кузов. А, кузов, еще есть детали. Есть боковые зеркала. Раз. Два. Они у нас отверточка. Двери закрывать не буду. Сейчас будем собирать внутряночку. Интерьер. Погнали. Приборная панель. Торпеда. Меняем на купешку. Обшивка. Левая. Обшивка правая. Обшивка задняя. Бардачок. Сиденье. Козырек. Пойдем собирать. Прежде чем собирать, нужно купить стекла. Окна. Купаем все. Заднего у нас нет. Проверим. Лобовое стекло. Установили. Стеклоподъемники наши где? Вот они. Первый есть. Thank you.
Второй готов. Берем ключ. Прикручиваем. Берем стекла. Первое есть. Ставим обшивку. Проверяем работоспособность. Опускается. Супер. Сюда нужно тоже как-то ставить окошечко. Так, нам нужно правое купе. Переднее левое. Эти нужны. Вот он. Становится суды, закручивается. Сюда закручиваем. Заднее. Правое купе. Устанавливается сюда. Окно малое, переднее, правое купе устанавливается вот сюда. Красота. Теперь берем водительское. Устанавливаем, закручиваем это дело все. Закрутили. Обшивочку. Закручиваем. Проверяем. Работает. Четенько, четенько, четенько. Обшивочки. Первая. Вторая. Закручиваем. Теперь сиденье. Удобнее сначала заднее поставить. Сиденье на четырех болтах. Да, задний еще забыл один болт прикрутить. Прикрутил. Раз, два. Три, четыре. То же самое с водительским. Раз, два, три, четыре. Готово. Теперь нам нужно собрать торпеды. Поставили. И отверточкой закручиваем по два болта с каждой стороны. Раз, два, три, четыре. Капот закройся. Теперь нужно установить приборку. Установили, она не закручивается. Теперь нужен крышек багажника, бардачка. Раз. Чего? Раз. Два. Alright. Что у нас еще осталось? Козырьки. Левый. Водительский. Видимо, это не для нашей машины. Да, скорее всего, у нас такого быть не должно. Но ничего, не будем огорчаться. У нас и так самая дорогая машина получается. У внутрянки все. Осталось установить фары и поворотники. Идем в магазин. Заходим в аксессуары. Так как у нас решетка на 4 фары. На 4 фары? На 4 фары.
мы с вами покупаем 4 фары передних. Поворотник левый, поворотник правый. Фонари купим тонированные, там ниже есть. Покупаем фаркоп. Покупаем тонированные фонари. Радостно идем ставить это все. Фонарь задний. Фонарь задний. Фара передняя. Поворотники. И фаркоп поставим. Теперь нам нужна отвертка. Раз. Два, три. И здесь еще 4. Передний. Раз, два. Должно быть 3. Допустил ошибочку. Снимаем решеточку. Спешил я с решеточкой. Закручиваем фары. Устанавливаем решетку. И закручиваем ее. Закрутил все, можешь радоваться, но опять же недолго, потому что нужно купить лампочки и установить их. Это мы уже подъедем к магазину. Стоп. Зачем? Есть же коробка. Пойдем в магазин. Лампочки продаются здесь, на заправке, чтобы далеко не бегать. Нам нужно 4 передних фар. И сколько? 6 таких. Отлично. Загружаем их в коробочку. Будем надеяться, что они не потеряются. Идем не спеша. Они хрупкие. Начнем с передних. Раз. Два. Три. Четыре. И 6 штук назад. Ой. Раз. Два. Три. Раз. Два. Проверяем. Окей. Окей. Отлично. Со световыми приборами разобрались. С интерьером разобрались. С экстерьером разобрались. Остается удалить все жидкости и ехать в закат. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите выпуск следующей серии, в которой эта уже малышка поедет своим ходом.
Всем спасибо. Всем здоровья, любви, успехов, удачи.